19 декабря. Центральная площадь столицы. Остались считанные минуты, и главная елка страны засияет новогодними огнями. Впервые ее зажгут в режиме онлайн, прямо из Дома Советов. К сожалению, нам не удается встретить Новый год на площади, как традиционно, мы всегда к этому привыкли, парадом Дедов Морозов. Это вынужденная мера, но при всем при этом Новому году быть. Искренне и от души хочу вас всех поздравить с наступающим 2021 годом. Пожелать вам, конечно же, здоровья. Сейчас оно актуально и абсолютно важно для всех наших близких, родных, знакомых, друзей, да просто посторонних людей. Всегда приятно видеть нас всех улыбающимися и с уверенностью смотрящими в завтрашний день. А сегодня именно в онлайн-режиме мы даем старт новогодней кампании. С Новым годом, тираспольчане! Мэр столицы нажимает на большую красную кнопку, и, о чудо! Я шел сюда пешком, чтобы посмотреть, как эту елку зажигают. И у меня поднялось новогоднее настроение. Мне елка очень понравилась, потому что она такая вот необычная, волшебная. И я хочу от Деда Мороза планшет. Ну и, конечно, какой Новый год без Деда Мороза? Он пришел проверить, как зажигают елку в столице лично. Поздравляем вас с наступающим Новым годом! С новыми открытыми возможностями для самой сокровенной мечты. Пусть исполнятся все ваши заветные желания. В центре Тирасполя уже празднично. Скоро здесь откроют новогоднюю ярмарку. Можно будет купить сладости и игрушки. А в Екатерининском парке есть еще одна ель. Не забудьте сделать новогоднее селфи.